Хе-хей, приветствую вас, друзья. Сегодня у нас, ребята, новинка. Сигарали, будем проходить карьеру. Ну как новинка, 11-летней давности, но тем не менее игрушка, стоящая вашего внимания. Я решил все-таки начать прохождение этой игры. Я уже немножко так покатал, я хотел сбросить карьеру, но все-таки у меня никак не вышло. Но тем не менее, я для вас начну, перепроеду те участки, которые я проезжал до этого. Давайте перейдем. И вот у нас первый чемпионат, это Аза Челлендж. Я его уже проехал 30 из 30, но для вас я все-таки повторю. Это чемпионат, это у нас три гоночки будет в трех разных странах. Это Сафари, Каньон и Альпы. Итак, переходим. Нам предлагают выбрать несколько автомобилей. Давайте-ка мы каждую серию будем посещать какой-то определенной модели и проедем вот на Subaru Impreza VRX STI Spec C Type RA. Не знаю, какого года эта машинка, но тем не менее выбираем ее. Будем на ней сегодня покорять наши страны. И нам предлагают два пресета по настройкам. Бездорожье. Лучшая проходимость по бездорожью. Или же шоссе. Большое ускорение и максимальная скорость. Давайте выберем все-таки проходимость. Пусть вообще у меня сочетается именно название Subaru с хорошей проходимостью. В Dirt Rally машина просто была убойная, очень клевая. Берем ее. И первый спецучасток у нас, ребята, будет Safari. Попробуем перепроехать. Я, конечно же, уже покатался, но тем не менее я вам все-таки покажу сама машинка, что она себя представляет. Как вы видите, на старте пробуксовка идет неплохая. Здесь что, графика, ребята, на высоте для 2007 уровня. Мне кажется, графон здесь просто опередил свое время. Плюс еще физическая составляющая. То есть подвеска машины работает правильно, логически. Все очень интересно. Закладываешь машинку, поворот. Видно, как колеса контактируют с грунтовой дорогой. В общем, все очень безумно клево. Так, друзья, и здесь, как видите, здесь разные модели. Вот мы обогнали фордеца. Перед нами, здесь я смотрю, такое, как Шкода прет, Ситроген и Митсубиси. Вот мы обгоняем Митсубиси, такое, с раскрасочкой. В общем, ребят, здесь режим карьеры, он такой, знаете, незамысловатый. Особо нету такого, что там какая-то интересная карьера. Просто ты проезжаешь, зарабатываешь очки и продвигаешься чуть дальше. Но эта игрушка цепляет не своей карьерой, ребята, а цепляет своей красивой графикой. Вот, о, мы вырвались на первое место. Цепляет своей красивой графикой. И как вообще здесь проработаны вот машины? Они настолько клевые. Блин, вот, ребята, вот я играю в игру и не могу налюбоваться. Я до того, как записывать это видео, я нагонял в свободном заезде, вот перепробовал разные машинки. Да, они здесь управляются практически одинаково, кроме Ланчестратос. Но тем не менее, ребят, насколько здесь все клево. Вот даже вот грязь, как она прилипает на машинку. Ну, прям вот выше всяких похвал. Я даже не ожидал, что эта игрушка такой клевой будет. Вот. Я играл, вот те, кто смотрел мои предыдущие видео, вот, которая вышла игрушка в этом году, Gravel, она и рядом не стоит именно с этой игрой. Здесь все очень клево, и гравий, и как машина заходит в повороты. Да, это аркада, но тем не менее, это веселая аркада. Участки очень красиво реализованы. Прям вот я не знаю, как вам еще так объяснить, но вот действительно класс. Получаю кайф неимоверный. Закладывать машинку в повороты — одно удовольствие. Что мне хочется еще отметить именно по этой игре. Эта игрушка была эксклюзивом, ну как бы выпускалась на PS3 и Xbox 360. Но тем не менее, вот я не знаю, как я вообще вышел на эту игру, как пересматривал, какие старые игрушки есть, которые стоит поиграть, и наткнуться на эту машину, да плюс еще на PC-версию. Я почему-то, ребят, вот думал, что это только для Xbox, и это самое, ну, клево. Машинки имеют вес, управлять одно удовольствие. Да, естественно,
Можно, кстати, настроить так, чтобы и на руле управлять. Я, кстати, уже подключал, но мне не понравился Force Feedback. Он вроде бы как бы и есть, но на геймпаде это как бы больше эта игруха себя, ну, как бы получите больше удовольствия. Но на руле тоже играется неплохо. Так, это мы уже третий кружочек едем. Но здесь я на изи, конечно, заточил. Я уже и эту трассу, ребят, знаю достаточно-таки неплохо. Поэтому, ну, тут заработал 10 очков. Понятное дело. Так, переходим на следующий. Это у нас каньон будет. Естественно, мы на Subaru Impreza будем, так, знаете, каждой серии переключаться на новый автомобиль, чтобы и вам интереснее было, и мне интереснее. Здесь есть несколько видов, то есть можно переключиться на разные виды. Вид от капота, вид от третьего лица, два штуки вроде бы есть, и вид от бампера. Но мне вот этот вот вид больше всего нравится, он как бы, я считаю, самый удобный. И, кстати, вот даже вода здесь неплохо проработана. 2007 год, ребят, я повторюсь. Это... Я не ожидал такого увидеть от этой игры. Не, я знаю, что, допустим, Sega умеет крутые игры делать. Вот у меня была стратегия, которую выкупили Sega. Это Company of Heroes 2. Ну, они даже покупают компании, которые действительно умеют делать игры и сильные именно в своем жанре. Вот так и здесь. Очень клево, как машинка вот... Даже если я закладываю... Ух ты, реактивные самолеты. В чем-то я раньше их не замечал. Как вообще гравий из-под колес выскакивает. Вы еще не видели, ребята, на зимних участках, насколько там вот машина, когда попадает в колеи, насколько это все сногсшибательно выглядит. В общем, ребят, кто впервые, подписывайтесь на мой канал. Однозначно прохождение будет полное прохождение этой игры. Игра сложная. Ну, временами сложная. Я не скажу, что везде на всех спецучастках, но тем не менее, вот я какой, второй круг иду. Не знаю, удастся. Так, есть, вырвался я на второе место. Если повезет, то мы обгоним и лидера. Лидер тоже, я так понял, едет на Subaru. Да, вроде бы у него тоже Subaru. Так, издали, могу ошибаться, но вроде бы так. Машина заезжает, вот даже в этот самый... В луже, когда заезжает машина, чувствуется, что немножко, так знаете, замедляется. И это, я считаю, клево. Так, ребят, должен затащить. Давай. Да, на Subaru. Так, супер. Да, кстати, есть вид назад посматривать. Ничего. Ох, вот это звук, блин, я чуть ли не пересрал. Очень красиво, ребят. Игруха Gravel и рядом не стоит. Вот действительно клево. Очень прям... И, кстати, модельки автомобилей, вот если так посмотреть, я вблизи присматривался, здесь особо даже и полигонов, ребят, не видно на машине. 2007 год, ребята, 11 лет спустя. Просто в шоке. Очень клево. Еще и раскрасочка такая, знаете, в стиле Колина Макрея, вообще просто кит. Да, я уже вырвался, ребят. Отлично. Вот единственное, к чему у меня, ребят, вопросы, это то, что здесь просто музыка, ну, не в тему вообще. Я, возможно, ее даже отключу и буду накладывать здесь музончик более такой драйвовый, потому что музыка здесь, ну, такая. Словно я попал в какой-то театр. Но, тем не менее, все очень клево, друзья. И, кстати, здесь есть повторы.
Но я не буду включать, вы сами видите, что вот в левом углу есть просмотр записи. В принципе, повторы какие? Ну, обычные, в стиле Дёрта второго или третьего, вот что-то похожее. Ну, я так понял, раньше стандарт был один и тот же, поэтому особо, я думаю, к этому даже и придираться не стоит. Но, тем не менее, все очень клево, и сейчас у нас последняя гонка в Альпах. Надеюсь, мы ее также затащим. Ну вот асфальт здесь, я так уже присмотрелся, он мне чем-то напоминает вот WRC 2 или 4 вот части. Вот там вот, вот такой вот асфальт тоже был. Так, давай, качкарим. Ой-ой-ой, вот тут вот я ошибся. Четвертая позиция, но в принципе, я думаю, здесь наверное встать можно. Здесь вот нам составляют конкуренцию. Ох ты, даже поезд есть. Так, есть на втором месте. Повреждения здесь, ребята, отсутствуют, то есть их включить нельзя. Но я думаю, для аркадной казуальной гонки они тут в принципе и не нужны, потому что ох, вот это вот, конечно, я в отбойник там почесался немножко. Есть звуки от шин, когда вы закладываете машинку, дергаете ручник, вот такой вот визг. И это очень клево, потому что в современных играх, даже вот таких вот, знаете, вроде бы как и мелочах, но они реально забывают. Ох ты, ёпсель. Так, ребят, ну, я думаю, что первое место мы здесь с вами не возьмем. Но второе должен. Так, это у нас что там, Citroёn там нам мешает одерживать победу. Вот даже вот параплан там, он какой-то желтенький полетел. Такие вот мелочи, ну, клево. Так, вторая позиция у нас. Лидер ускакал, точно мы его уже не поймаем. Мы уже на втором круге идем. Все-таки Citroёn пытается нам составить конкуренцию, не хочет отдавать свою позицию. Так, ребят, ну, ой-ой-ой-ой-ой. Вот это, конечно, меня тут торцануло нехило. Ну, второе место. Хотя, еще, ребята, шансы есть. Смотрю, что-то там лидер немножко расслабился. Думает, сзади, если не видно соперника, то особо и ускоряться не стоит. Нет, ты ошибаешься, друг. Не, не нагоним мы его. Так. Да, мы не нагоним его. Но, тем не менее, второе место меня тоже устраивает. Само время, в принципе, здесь, ребята, особо роли такой не играет. Ух ты, ничего себе. Вот это, конечно, круто они нам здесь, Citroёn, прям вот рядышком идет. Давай. Еще знаете, что мне вот в этой игрушке не понравилось? То, что я не могу крутить камеру вокруг своего автомобиля. Ну, а так, в принципе, ребят, завершил 28 баллов. Ну, в принципе, это мы повторно проезжали. На самом деле, я 30 очков заработал. И поздравляем! Доступна новая схема краски. Оцените новый облик своей машины. Какая-то оранжевая раскраска для Subaru Impreza. Но, тем не менее, друзья, мы первый чемпионат этот с вами завершили. В следующей серии мы с вами уже будем проходить совсем другой чемпионатик. Оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, задавайте свои вопросы в комментариях.
и ждите очередная серия уже не за горами. С вами был Сатира, и до скорых встреч, пока!